публично хочу выразить благодарность всем тем незнакомым людям, друзья, которые звонили в тот момент и говорили: давай, пожалуйста, поедем, у меня есть 4 места, звони в любой момент. Совершенно незнакомые говорят: кто, как зовут? Да неважно, просто звони, я откликнусь. То есть их было настолько много, это было поразительно на самом деле. И смотря на это все, понимаешь, что если, ну, не дай бог, если сам попадаешь в эту трагедию, ну, блин, в Казани есть хорошие люди, на самом деле, они есть везде, потому что так откликнутся. И поэтому сегодня вот 19:25, сколько сейчас? 24, буквально через несколько секунд, минута молчания в память о тех, кто был там. И любите своих.